Друзья, всем привет! Как отмыть стекла, зеркала без разводов, без мыльных следов? С жирными следами прекрасно справляется. Смесь готовится просто. Доступные продукты: уксус, вода и крахмал. Я беру картофельный, можно взять кукурузный. Первым делом я смешиваю воду с уксусом. Пропорции 1:1. Добавляю столько же уксуса. И теперь нужно будет добавить крахмал, 2 чайные ложки на это количество. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Без горки. Перемешиваем. И все готово. Я использую бутылочку с пульверизатором. Переливаю. Все, я закрываю. Я наношу средство на загрязненную поверхность, а потом беру салфетку и удаляю этот раствор вместе с загрязнением. Мне кажется, единственный минус данного моющего средства — это запах уксуса. Просто многим он не нравится, но он быстро выветривается, поэтому я думаю, что все будет нормально. Средство прям супер работает, обязательно попробуйте. Друзья, вы знали про этот способ? Напишите под видео. Может быть, у вас есть какие-то свои секреты? Напишите, расскажите, будет интересно. До следующей встречи, всем пока-пока.